Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Travel People. Сегодня я хочу вам рассказать о египетском отеле Serenity Fun City Resort, который находится в районе Макади Бэй. Поехали! Вначале, как обычно, немного общей информации об отеле. Курортный отель Serenity Fun City Resort расположен на побережье Красного моря, в 37 километрах от международного аэропорта Хургады и в 39,5 километрах от центра города, в заливе Макади Бэй. К услугам гостей один из лучших аквапарков в Хургаде – Луна Парк и детский клуб, оформленный в стиле Дисней. Частный пляж этого отеля расположен на второй линии. Отель предназначен для туристов любого возраста, но без домашних животных. Serenity Fun City Resort состоит из основного двухэтажного здания и пятиэтажных корпусов. Комплекс открыт в 2012 году и проходит ежегодную поэтапную реновацию. Отель хорошо подойдет для активного и веселого семейного отдыха с детьми. На Google рейтинг отеля составляет 4,5 звезды, а на TripAdvisor 4,5 балла. Территория отеля хорошо озелененная, красивая и ухоженная. Здесь очень приятно гулять, особенно от отеля до пляжа. Много пальм, деревьев, цветущих кустов. Вокруг отеля простирается пустыня. Поэтому если вы захотите поехать в торговый центр за пределами отеля, то придется вызывать такси, потому что рядом ничего нет. На территории отеля есть шикарный аквапарк. В нем могут развлекаться не только дети, но и взрослые. Аквапарк имеет вид роскошного замка, у подножия которого огромный детский бассейн с искусственными волнами. На территории также есть множество локаций для развлечения детей и взрослых. Есть различные бассейны с подогревом и без, для взрослых и для детей. И кажется, я забыл сказать о главной достопримечательности этого отеля. Это, конечно же, Луна Парк, в котором интересно будет покататься не только детям, но и взрослым. Как я уже сказал, отель Serenity Fun City Resort находится на второй линии, и дойти до пляжа займет некоторое время. Но есть автобусы, которые курсируют от отеля до пляжа. Пляж каменистый и мелкий, и сначала можно подумать, что он отлично подойдет для маленьких детей. Но нет, пляж здесь настолько каменистый, что даже в коралках заходить неудобно. Для тех, кто хочет поплавать, есть небольшой пирс. На пляже есть много лежаков и стоек от ветра, а также есть бар и кафе, в которых можно немного перекусить и выпить напитки. Также хочется сказать несколько слов о коралловом рифе. Он просто шикарный. Здесь очень много рыб и можно встретить даже черепах. Питание в отеле очень разнообразное. Потрясающий шведский стол. Баранина, утка, говядина, шашлыки, барбекю каждый вечер и очень много специй. Готовят хорошо и много. В баре на пляже также отличные закуски. Очень широкий выбор закусок в аквапарке. Действительно хороший выбор, а не только обычные гамбургеры и чипсы. Но несмотря на множество положительных отзывов о питании, к сожалению, мы нашли также отзывы об отравлении в этом отеле. Так что имейте в виду. Всего в отеле 515 номеров, таких категорий, как стандарт, премиум, делюкс и фэмили. Номера в отеле достаточно устаревшие, но просторные. В некоторых номерах не работает кондиционер, что не очень хорошо, если вы летите на отдых летом. Единственный плюс – это то, что сотрудники очень хорошо убирают в номерах. В принципе, все достаточно аккуратно, но мебель уже старая. Некоторые туристы утверждают, что кровати неудобные. Абсолютно весь отель заполнен развлечениями не только для детей, но и для взрослых. В отеле работает полноценный лунопарк со множеством качелей, есть игровые автоматы и, ко всему прочему, шикарный аквапарк. В Serenity Fun City Resort есть небольшие американские горки для взрослых. Также здесь достаточно неплохая анимация. Команда аниматоров постоянно развлекает гостей и приглашает всех присоединиться к танцам, играм в бассейне, конкурсам и другим развлекательным мероприятиям. Для детей в этом шикарном отеле есть очень много развлечений, как я уже говорил. Но кроме прочего, дети могут также проводить время в детском клубе. Единственное, что я хотел бы отметить, что детский клуб нуждается в ремонте.
В нем не хватает освещения и большинство игрушек уже сломаны. Но несмотря на эти недостатки, с детьми сюда стоит ехать определенно. Персонал в отеле Serenity Fun City просто замечательный. Огромное количество отзывов с благодарностями персоналу за прекрасный и незабываемый отдых. Такое чувство, что все работают максимально продуктивно и стремятся вам помочь, даже несмотря на языковой барьер. Сотрудники отеля выполняют свою работу на все 100%. Много благодарностей ребятам, которые работают у бассейна, уборщикам, аниматорам. Определенно персонал знает свое дело, и благодаря ему сюда хочется возвращаться снова и снова. Что ж, как по мне, если вы едете на отдых с детьми, и для вас самое главное, чтобы детям было весело и хорошо, то этот отель определенно заслуживает вашего внимания. Ну а если вы молодая пара, которая ищет роскошного и спокойного отдыха, то, к сожалению, этот вариант не подойдет. Считаю, что у отеля Serenity Fun City Resort есть один главный недостаток. Это то, что он находится на второй линии, и идти до пляжа или ехать придется какое-то время, что для некоторых туристов может показаться утомительным. Ну а плюсов здесь более чем достаточно. Шикарный коралловый риф, отличный аквапарк, множество развлечений для детей и для взрослых, замечательный сервис и обслуживание персонала, а также неплохая кухня. Но окончательный выбор, друзья, всегда остается только за вами, и только вам решать, стоит лететь в этот отель в отпуск или нет. Ну а пока вы делаете свой выбор, я рекомендую вам посмотреть еще вот эти наши видео о других египетских отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Что ж, на этом на сегодня прощаюсь с вами, до новых встреч в новом отеле!